Здравствуйте, дорогие наши зрители! Вот и наступил Новый год, и под елочкой мы нашли много подарков. Мы их всех вам покажем. И начнем с лего-техник. У нас уже был лего-техник, маленький внедорожник. Этот набор у нас уже побольше. Это вот такая классная зеленая машина. Этот конструктор рассчитан на детей от 7 до 14 лет. И его номер 42027. Но, к сожалению, в наш регион поставляют коробочки без дополнительной информации. Вот здесь должна быть информация о количестве деталей, и она есть на коробках для иностранцев. Но мы выяснили, что количество деталей 148. Называется эта машинка Desert Buggy, то есть песчаный багги. Еще в этой машинке есть важная особенность. Это pullback двигатель. Это значит оттяни назад и отпусти. Также возможно собрать второй вариант машинки. Но, к сожалению, для этого нужно иметь еще один конструктор. Это спортивный болид под номером 42026. Надеемся, когда-нибудь он у нас появится, и мы сможем собрать этот здоровский спортивный грузовик. Ну что, открываем, собираем. Нажмите пальчиком. Итак, смотрим, что у нас внутри. Вот такие здоровенные шины. И вот у нас моторчик, пакетик и пакетик и инструкция и наклеечки. Почему-то два колеса у нас без пакетика, а два в пакетике. Ну, это мелочи. Вот такой вот мощный двигатель, на котором есть специальные разъемы, которые можно прикрепить к любому лего. Это очень хорошо, потому что можно собирать свои версии машины. И вот у нас инструкция. Внутри, как всегда, у нас все красочно и понятно. А вторая брошюрка – это рекламный буклетик, в котором предоставляется разная информация. В том числе о том, что есть специальная игра для Android и Apple. Ну что, открываем пакетики и собираем. Все детальки очень классного качества, чего и следовало ожидать от лего. Конструктор сложный, поэтому мы будем его собирать вместе с папой. Как и рекомендуется в инструкции, мы все детальки разобрали по группу. Теперь нам будет гораздо легче собирать. Все собираем.
Вот такая у нас получилась мега крутая багги. В комплекте остались даже лишние детальки. Ну, давайте посмотрим поближе нашу машину. Машина у нас ярко-зеленого цвета на больших закругленных колесах. Спереди у нас вот такая лебедка. Правда, этот крюк все время пытается попасть под колеса. У машины также много фар. Спереди две и четыре на крыше. Также сверху на капоте выглядывает мощный двигатель. Кабина у нас открывается, и туда можно кого-то посадить. Ну, давайте попробуем посадить туда мини-фигурку гонщика. Ну, он, конечно, влез в кабину, но сидит там не по делах. Ну, это как бы мелочь. Также мы рядом поставили наш маленький внедорожник. И вы можете увидеть разницу в размерах колес и корпуса. Но самое главное в этой машине – это pullback двигатель. То есть смысл в том, чтобы оттянуть назад и отпустить. Вот это удалось. Вот это удалось. Двигатель в машине очень мощный. Давайте проведем испытание на полу. Давай! Это еще активно.